вкусный, именно вкусно поданный сюжет. Очередной фильм Уэса Андерсона «Город астероидов». You're very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and becomes a pediatrician. Это снова трагикомедия. Сегодня коротенечко за очередной фильм Уэса Андерсона «Город астероидов». Тут снова играет Джейсон Шварцман, излюбленный актер Андерсона. Начиная с картины «Академия Рашмор» 98 года. Шварцман замечательный актер, но явно не обошлось без доли кумовства. Друг Андерсона, совместно с которым он написал не один сценарий, никто иной, как Роман Коппола, сын легендарного Фрэнсиса Коппола, снявшего «Крестный отец», «Сонная лощина» и «Апокалипсис сегодня». А Джейсон Шварцман – его любимый племянник, а также кузен Николаса Кейджа, который тоже из этого семейства Копполов или Коппол. Старейший в мире кинофестиваль – это Венецианский. Он впервые прошел аж в 1932 году. Каннский появился чуть позже, в 1938-м, в пику ему. Дело даже не в желании французов соперничать с итальянцами, а в том, что в Италии в то время правил Муссолини, поэтому главные призы доставались фильмам, так или иначе воспевающим фашизм. На торжественное открытие самого первого киносмотра в Каннах прибыла туча голливудских звезд, пересекших океан на роскошном лайнере. Церемония началась помпезно, громко, 31 августа 1939 года. А на следующий день началась Вторая мировая война. Фестиваль закрыли до 1946 года. Вернемся к фильму. Уэс Андерсон описал свою новую работу как поэтическую медитацию о смысле жизни. Съемки фильма начались еще в августе 21 года в Испании, хотя и атмосфера очень напоминает юго-запад Америки. Но Андерсон постоянно живет в Париже и не очень любит много времени проводить в Америке, поэтому выбрали испанский городок Чинчон, прямо в центре Испании, построили специальные декорации и даже железнодорожную станцию. Это снова трагикомедия с необычным визуальным стилем Андерсона, с узнаваемыми авторскими приемами.